Batman. Бэт. Хорошо, так что я думаю, что Джокер в названии и игра Бэтмен «Возвращение Джокера» на Nintendo. Это продолжение первой игры Бэтмена на NES. Они не могли дождаться выхода следующего фильма, поэтому им пришлось сделать многолетнее продолжение. В отличие от первой игры, где у вас есть возможность убивать или переключаться между NTM или оружием, эта игра в основном дает вам одно оружие – Бэтган. Вы можете получить много улучшений для этого оружия, но я не могу не удивиться, что странно, что Бэтмен стреляет в людей бесконечными боеприпасами и никогда не использует свои кулаки. Для NES гейм-графика хорошая, и музыка опять же потрясающая. Похоже, в некоторых мягких играх всегда хорошая музыка. Мастер, Мастер Квест, да, я сказал это. Вы даже можете заставить Бэтмена танцевать под музыку, потому что когда вы нажимаете вверх, он поднимает голову. О, там есть летучих мышей! Я не знаю, для чего это нужно. Но когда вы добираетесь до босса, музыка звучит невероятно знакома. Мегамен 2? Да, это звучит так. Просто намного быстрее, чего вот и все. Как только вы добьетесь третьего этапа, игра станет слишком сложной, слишком быстрой. Вы скользите по льду, пытаясь не упасть, и все эти торнадо продолжают лететь на вас. Даже после многих проб и ошибок, все равно почти невозможно получить удар от этих вещей. Давай, черт возьми, торнадо, кусок дерьма. Я знаю, что ты там просто двигаешь вперед, я знаю, что ты там. Существует даже традиционная биатная фигня, даже если ты получишь удар, ты летишь назад. Да, вы знакомы с этим, но здесь, даже если ты выскакиваешь в другом направлении, тебя засасывают обратно в дыру. Но даже не следует законам физики. Тогда есть кляп от падающего потолка, вы знаете, что вы могли пройти, они должны упасть. Там нет другого варианта, если вы стоите, кто убивает тебя. Какой парадокс. Там парень бросает масляный барабан. Я внимаю, парни, я затем пытаюсь установить потолочную ловушку и... Я ублюдок! Так что я попробую это снова, на этот раз я просто со стороны шага краю, просто забирать резкие шаги, понимаешь? Бог! Игра чертовски жестока, она даже не имеет никакого смысла. Давай ты кусок дерьма. Так, я пытаюсь запрыгнуть движущуюся платформу, когда что-то стреляет меня. Как что-то возьми, это сработает. Вот Дима! Вау, повезло там. Так что я просто собираюсь застрелить его через дорогу, но как вы можете видеть, я не могу. Я просто должен попасть туда. Жопа! Еще одна попытка, я просто не могу получить удар. Да ладно, камон, вы ублюдок! И как тебе это нравится? Вы можете быть заблокированы при включении. Это так несправедливо! Как будто они специально забронировали эту вещь как средство пыток. Также есть движение слайдов, но я так и не нашел безопасное время для его использования. Так что в последнее время я забыл, что у меня это было. Единственное, что легко в этой игре, это боссы. За исключением Джокера, он невозможен. В общем, действительно, не плохая игра с Бэтменом, но не так уж и плохо в целом. Просто есть какие-то вещи, которые там... О, ты бы хотел сыграть плохой игру, Бэтмен? Как насчет версии Game Boy, продолжение Джокера? Посмотри, ублюдок! Хорошо, возвращение Джокера в Game Boy. Игра начинается. Как она звучит? Я не знаю, почему я делаю все эти наблюдения, но я думаю, что у меня просто есть мега-человек на уме. И так или иначе, это просто отличается от версии NES. Ваша основная атака побивать, также можете собирать другое оружие. Игрожок на стену вернулся, так что на самом деле это больше похоже на первую игру NES. Но есть иногда также игры, которые задают, то, что вы никогда не можете заставить его работать, когда вам нужно. Это как охота на джунгли, это когда просто... Когда он играл в охоту на джунгли? В других случаях у него просто свой разум. Контроль чрезмерно сложен. Кажется, им следовало прыгнуть через стену и захватный крюк, не оба. Здесь поднимается смертельная комбинационная вода. Я отчаянно пытаюсь добраться до платформы, но вместо этого я продолжаю подпрыгивать. Хорошо, так что я просто пытаюсь получить силу, которая там наверху. Вытка здесь прыгнула с ней, грёбный круг срывается. Чуван, снова пропустил, здесь мы идем снова, я хочу, просто хочу, там мы идем. Хорошо, видите, я получил пауэр-роб. Теперь я просто хочу приземлиться на эту вещь.
Хорошо, теперь я сделал это, но теперь стена прыгает, как и отправляет меня обратно. Как будто я не хочу возвращаться, я хотел идти направо. Я действительно ненавижу этот крюк. Хорошо, здесь мы идем снова. Черт! Я клянусь, что эти игры были запрыгнуты Джокером. Ой, я не могу это поверить. Иди туда! Вставай туда! Вот и все, больше не могу играть в это. Я не могу закончить первый гребаный уровень. Во что ты играешь, Возвращение Джокера? Ты не просто играл Возвращение Джокера. Ну как насчет мести Джокера на Sega Genesis? Возвращение Джокера, месть Джокера. Так, это не возвращение, а месть Джокера. Для начала это выглядит достаточно многообещающе. Поэтому снова 16-битная версия игры NES «Возвращение Джокера». Почему уничтожение ящиков занимает так много времени? Это все это программа, нужно сделать один выстрел. Это как Fester Quest, все эти чертовы пупырные капли, которые ты должен снимать. Как у вас есть пинок? Я понял, хорошо, удар по ящикам огневая может для всего остального. Да что с носатыми и гаргулей? Постреляйте в них, ничего не получается. В чем смысл? Почему тебе больно к ним прикасаться? Поэтому не может даже тянуться к ровной статуи? Тогда вы получаете эти живые статуи гаргули, те, которые атакуют. Медведь, стреляю ему в голову, ничего не происходит. Не стреляю у него в животик, ничего не происходит. Боже мой. Что мне здесь делать? Я просто продолжаю стрелять, ничего не происходит. Боже, просто пытаюсь стрелять в них, ничего не происходит. Боже мой, я чертовски мертв. Хорошо, на этот раз я попробую вынуть из них. Это не работает! Я прощаю их в каждом пятне, но я не могу, что я могу? Ну что, вы можете убить их? Я просто не знаю, как это сделать. Просто ублюдок! Чёрт! Что, так что я сегодня чертовски булщит. Что они просто смерть, когда им так хочется? Как это клюк, или это просто какой-то неясный трюк, о котором я не знаю? Это просто первый уровень игры. Снова первый, чертовый уровень, я не могу далее, далее! Мне достаточно этой катастрофы. Не надоело это дерьмо. Не хватит этого дерьма.